С 7 по 16 июля в лагере «Спартанец», который расположен в Кирсановском районе, отдохнуло 120 рассказовцев. Все они из детских спортивных школ, и тренировки проводились в полном объеме. Подъем 8 часов, зарядка, затем завтрак. В приготовлении пищи принимали участие все, и готовилась она на костре. Дрова также заготавливались юными спортсменами и их тренерами. С 10 часов проходили тренировки по отделениям. Волейбол, баскетбол, лыжи, гимнастика, велоспорт, дзюдо. После обеда проходили спортивные соревнования по настольному теннису, дартсу, волейболу и футболу. Прошли здесь день бегуна, летний биатлон, день Нептуна, прощальный костер. По вечерам после ужина проводились музыкальные конкурсы, викторины и дискотеки. Сборы позволили тренерам оценить форму спортсменов, подготовить их к предстоящему сезону и весело с пользой отдохнуть.